Режиди фильм и Орсе фильм «Франция», 1955 год. Даниэль Дарье и Лео Ген в фильме «Любовник леди Чаттерли», снятым по роману Дэвида Герберта Лоуренса. Автор сценария Гастон Боннер и Филипп Роч. В фильме снимались Эрно Криза, Жерар Сети, Берт Тиссен, Кристиан Маркан, Жаклин Нуэль и другие. Оператор Жорж Периналь. Композитор Жозеф Кусма. Продюсер Жильбер Консит. Режиссер-постановщик Марк Алегре. Хотите горячего чая, крестный? По-моему, пора спускать собак, а то еще чуть-чуть, и мы упустим момент. Вы окажете мне большую честь, дорогая Хильда, если позволите мне самому решать, когда и что делать. Да-да, конечно. Я ничего такого не имела в виду. Мы гоним зверя к болоту. Спасибо. Мне кажется, не стоит давать ему залезать глубоко в воду. Вы совершенно правы, дорогой крестный. А в общем, охота, по-моему, удалась, правда? Да, отличная охота. Чего мы ждем? Сигнала сэра Клиффорда. Ты что, не останешься до конца? Я? Нет. Прошу меня извинить. Что случилось? По всей видимости, авария на шахте. Прошу вас, продолжайте без меня.
надо пройти. Моя помощь может понадобиться. Где ваш муж? Он спустился в шахту. Я не смогла воспрепятствовать. Что-то серьезное? Один погиб, трое ранен. Возможно, это еще не все. Почему это произошло? Как я понимаю, при новых разработках, учитывая наши условия труда, наводнение и обвал в шахте могут стать делом привычным. Пожалуйста, пропустите меня, прошу вас. Я же вам говорил, господин Клиффорд, нам не избежать аварии. Ну и что ты предлагаешь сделать? Прокопать 600 метров в глубину и бросить все, не добравшись до жилы? Я был прав. Я был прав, Констанция, когда говорил тебе, что мы владеем самым крупным месторождением во всем округе. Только мне никто не верил. Никто не верил. Рабочие не понимают, зачем нужно так рисковать. Это издержки их профессии, мой дорогой. Скажем так, они входят в правила игры. Уж я такой, что в этом смысле. Снаряд, который размозжил мне ноги на войне, тоже входил в правила игры. Выразите соболезнования семьям погибших от имени компании. Леди Чаттерли посетит вдов. Жалко, что его там не завалило. Итак, мой дорогой Клиффорд, если я правильно понял, новая шахта будет прямо посреди твоего леса. Да хоть на газоне перед домом, если потребуется для дела. Значит, если я не ошибаюсь, ты получишь немалые денежки, мой мальчик. Верно, крестный. Мы будем самой крупной компанией во всей отрасли. Я стремился к этому. Я этого добился, сидя вот здесь, в инвалидной коляске, с омертвевшими ногами. Конечно, со мной была Констанция. Констанция? Вам совершенно ни к чему демонстрировать всю жизнь свою стойкость только из-за того, что ваш муж стал героем на войне. Да вы меня не слушаете? О чем вы думаете? Ни о чем. Просто танцую. Я говорил, что тягостно видеть, как такая красивая женщина вынуждена вести затворническую жизнь. Я понимаю, что ваше сердце переполнено нежностью к мужу, но ведь это не любовь, Констанция. Не знаю, я себе таких вопросов не задаю. Как раз это и говорит Орфей Эвридики. Удивительно, как хорошо ты это помнишь. Там есть такая замечательная фраза. Он говорит, что после того, как они оба умерли, он уже больше не боится ее потерять. Констанция, радость моя, я вас очень попрошу найти в нашей библиотеке томик Овидия и принести сюда. Я хочу кое-что процитировать крестному. Сейчас. Смелее, поменьше слов. Констанция так мила с тобой. Удивительная вещь происходит, крестный. Когда Констанции нет рядом, у меня холодеют ноги. Да вы мне просто прохода не даете. Констанция. Ну нет. Нет, Микаэлис, прошу вас. Констанция. Погодите же, Констанция, вы даже не можете представить себе, чтобы мужчина... Знаете, что я вам скажу, Микаэлис? У Клиффорда после ранения нижняя половина туловища просто собрана по кускам. Сначала я не могла смириться с утратой того, что вы все называете главным в любви. Потом один человек сказал мне то же, что вы сегодня вечером. Но я быстро отказалась от того, что он предлагал. Я не нахожу удовольствия в том, что требует обмана. Сейчас я вполне примирилась со своим положением. Единственное, что мне неприятно, так это быть предметом общей жалости, по той лишь причине, что я жена инвалида.
Ну а теперь, если для утоления вашего тщеславия это так уж необходимо, я позволяю вам себя поцеловать. Нет, Констанция, не после таких слов. Ну вот видите, не так уж все это серьезно. А почему бы вам не поухаживать за моей сестрой? Я пытался. Вы можете идти, Луис, уже поздно. Спокойной ночи, миледи. Спокойной ночи, сэр Клиффорд. Спокойной ночи, Луис. Вы не очень утомлены, мой дорогой? Нет, нисколько. У вас удивительная выносливость. Знаете, что люди говорили нам вслед той ночью, когда произошла авария на шахте? Я слышала. Жалко, что его там не завалило. Они все хотели, чтобы я сдох. Все мечтают о моей смерти. Единственное, что мне нужно, чтобы оставить кому-то шахту, так это иметь сына. Я всегда сожалела о том, что у нас с вами не было ребенка, Клиффорд. Вы это знаете. У нас было все, кроме детей. Но как прекрасна была наша любовь. С самого первого дня, когда мы только подошли, улыбаясь друг другу, еще совершенно незнакомые, задолго до того серого военного утра, когда меня привезли на этой коляске, и вы положили свою руку на мою, не произнеся ни слова. Но в этот день мне казалось, что все уже потеряно. Но вы прикоснулись ко мне, и я почувствовал, что это не так. Достаточно ли я выражал вам свою благодарность, Констанция? Ну что ты, дорогой? Я иногда спрашиваю себя, а может быть, вам родить ребенка от другого мужчины? Я вас встревожил, моя любовь. Я причинил вам боль? Нет, но я удивлена. Но вы понимаете меня? Да, понимаю. Конечно, я говорю о вещах, доступных для понимания только людей нашего интеллекта. Наша любовь ведь никак не пострадает от этого. Напротив. Не знаю. Мне трудно представить. А теперь я хочу спать. Спокойной ночи, дорогая. Спокойной ночи. Вы меня не поцелуете? Да, конечно. Обдумайте все. Вы увидите, что я прав. Когда, по-вашему, можно начать работу? Думаю, через месяц, сэр. Специалисты приезжают завтра. Да, я хотел вам сказать, что у нового лесника очень скверный характер. Предупредите его, чтобы он случайно не выпалил в них из ружья, когда они здесь появятся. Я уже думал об этом. Леди Чаттерли объезжает лес на лошади сегодня утром. Она с ним поговорит.
Извините, что я в таком виде, миледи. Я вас не ждал. Ничего страшного. Сэр Клиффорд хотел вам передать, что завтра сюда приедут инженеры для начала работы. Понятно, я их пропущу. О, гроза разыгралась не на шутку. Будет ливень. Не хотите переждать? Нет, спасибо. У вас слишком коротко перехвачены стремена. Спасибо. Вы были правы. Я знал, что так будет. Я ведь из этих мест. Пожалуйста, не беспокойтесь. Флаш, лежать. Нет, нет, оставьте его. Я обожаю собак. Да он весь мокрый. Флаш, лежать. Что вы делаете? Гнезда для наседок. Мы подложим им яйца фазанов. А почему из песка? Фазаны делают гнезда в земле. Вот песок и будет ее заменять. Гроза прошла. А можно я еще посижу? Конечно, если я вам не помешаю. Можете даже не спрашивать, миледи. Вы же у себя. А если мне еще захочется зайти сюда, тоже не нужно спрашивать разрешения. Я здесь работаю. А мне это совершенно не помешает. Сэр Клиффорд хочет здесь выращивать фазанов. Ну, если миледи хочет использовать эту сторожку для себя, я могу подыскать что-то другое. Нет, нет, не беспокойтесь. Мне эта сторожка совсем не нужна, я просто так сказала. Вам помочь? Да, пожалуйста. Дайте-ка я посмотрю. Вот здесь. Больно? Очень. Возможно, у вас просто вывих, но не исключенный перелом. Тогда нужно будет наложить гипс. Откуда вы это знаете? Вы знакомы с медициной? Я служил в армии. Война меня многому научила. В том числе и одиночество. Я помогу вам сесть в седло и пойду рядом.
Вперед. Вперед. Так значит, эта лошадь споткнулась? Нет, я сама виновата. Я задумалась и не заметила Рытвина. Вот видите, дорогая, мы теперь оба с вами коллеги. Хорошо еще, что лесник вас увидел. Я и не думала, что он там окажется. Когда вы его взяли на службу, Клиффорд? 3 месяца назад, на место Смита. Его отец работал на шахте. Он тоже какое-то время работал на шахте. Ну да, а его потом призвали в армию. На войне он получил офицерское звание. А теперь он никто. В наше время трудно найти хорошего лесного сторожа. Да, в общем, у него только один недостаток. История с его женой. Да, я знаю, они разошлись, он живет один. А она, похоже, со всеми. Я так огорчена, Клиффорд. Кто же теперь за вами будет ухаживать? Ну что? Все уже, миссис Болтон? Сейчас, сейчас, сэр Клиффорд. Когда же, наконец? Какие же мы нетерпеливые, боже мой. Ну вот, все в порядке. Видно, у меня не получается так ловко, как у леди Чаттерли. Спасибо. У вас все очень хорошо получается. Я даже посмею сказать, что вы сделали лучше. Только все же я не леди Чаттерли, и рук жены никто не может заменить. Вы очень хорошо за мной ухаживаете, миссис Болтон. И все же я буду рада, когда леди Чаттерли снова сможет ухаживать за вами. Кажется, сегодня доктор будет уже снимать гипс. Больно? Что-нибудь мешает? Нет, ничего не чувствую. Скажите, доктор, неужели я вправду могу уехать со спокойной душой? Моя помощь больше не нужна? Абсолютно. Все неприятные ощущения в плече пройдут уже через несколько дней. Ну, а если вам захочется еще раз сломать руку, то уж, пожалуйста, в другом месте. Здесь я вашу кость склеил очень прочно. До свидания. Спасибо, доктор. Мои вещи уже уложены? Какой легкой кажется рука. Ну вот, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Клиффорд за это время научился обходиться без тебя. Ты так думаешь? Конечно. Ты будешь умницей, если оставишь при нем миссис Болтон. Она будет просто счастлива. А для тебя настанет конец твоего рабства. Да хватит тебе делать это деревянное лицо. Не обращай внимания. Я возвращаюсь к своей привычной жизни, к прогулкам. Но, Констанция, это совсем ненормальная жизнь. И тебе нужны вовсе не такие прогулки. А какие прогулки, по-твоему, мне нужны? Такие, как все? Тебе нужен любовник. Дорогая Хильда, я люблю Клиффорда. Моей жизни все определено. Каждое утро я просыпаюсь и думаю, а как он спал? Я иду к нему, помогаю умыться, одеться. Потом, если погода хорошая, я иду в сад. А потом? После обеда он ложится поспать, потом подают чай. Он немного мне читает. Ну а потом? Потом мы переодеваемся к ужину. После ужина мы играем в шахматы, беседуем. Но ведь после ужина наступает ночь. Ну и что же, что ночь? А то, что ночей столько же, сколько и дней, и твои рассказы о счастье что-то уж очень грустны, моя дорогая. Я скажу, пожалуй, Клиффорду, что хочу взять тебя с собой в Венецию. Нет, я решительно хочу поговорить со своим любезным Шурином. Клиффорд! Вы что, не видите, какую Констанция измученный вид? Она уже столько времени никуда не выходит. Я хочу, чтобы она поехала со мной в Венецию. Успокойтесь, Хильда, не стоит так нервничать. Я полностью с вами согласен. Констанции нужно отдохнуть, и она поедет с вами в Венецию. Я буду скучать по вас и очень ждать. Миссис Болтон побудет здесь со мной. Она уже начала усваивать мои привычки. Как? Вы хотите заменить меня, миссис Болтон? Эта работа должна вам уже надоесть, Констанция. До свидания, Хильда. Счастливого возвращения. И спасибо. До свидания, Клиффорд. Проводи меня и вели подать вещи. Я так тронута, что вы отпускаете меня в Венецию. Думаю, эта поездка пойдет мне на пользу. Я в этом уверен. А почему бы и вам не поехать с нами? На шахте смогут месяц обойтись без вас? Шахта поработает, конечно, и без меня.
Но мне не хотелось бы никоим образом стеснять вас. Стеснять меня? Но в каком смысле? В том, о котором мы с вами говорили накануне аварии на шахте. Это путешествие может стать для вас счастливым случаем зачать ребенка, о котором мы так мечтаем оба. Клиффорд, вы меня еще любите? Какое же большее доказательство своей любви я могу вам еще предоставить, как не пожелать иметь рожденного вами ребенка? Да, мной, но от другого. Насколько я вас знаю, Констанция, вы не способны выбрать недостойного мужчину. Вы так хладнокровно об этом говорите. Вы преувеличиваете. Конечно, мне приходится вести разговор несколько по-деловому. Извините, ведь с вашей стороны это такая жертва. Но поскольку мы оба хотим ребенка, это будет почти так же, как если бы он был нашим общим. Я так хотела иметь ребенка. Когда вы вернулись из раненым с войны, я так плакала, как будто хоронила нашего ребенка. Он уже не может больше появиться на свет. Но ведь главное не в том, чтобы зачать ребенка. Не стоит придавать этому такое преувеличенное значение. Главное его воспитать. Подарите мне сына от любого здорового и умного мужчины, и я сделаю из него Чаттерли, способного унаследовать все мое состояние. Но ведь никто не поверит. Что я снова в полной форме? Значит, вы тоже не верите, что я смогу когда-нибудь поправиться? Но ведь другие, те, кто тоже был ранен, хотя, может быть, не так тяжело, выздоровели? Ничего, доктор подтвердит, что он меня вылечил, и ребенок будет признан моим. Но, Клиффорд, ведь я могу привязаться к тому человеку, от которого мне предстоит зачать. Но у вас же был любовник еще до нашей свадьбы, когда вы учились за границей. Но я не любила тогда еще вас. И что, вы часто его вспоминаете? Нет. Вот видите, сексуальные отношения, если бы их так не приукрашивали в литературе, сродни спариванию птиц. Они не оставляют и следа в голове. По крайней мере, мой рассудок намерен отбросить все. Судьба меня заставила бороться за свое счастье, и я во что бы то ни стало должен победить. Послушайте, Констанция. Любовь — это сама наша с вами жизнь. Постоянный обмен мыслями, общие привычки. Не нужно думать только о том, что низко по своей природе. Низко — это родить ребенка без любви. Сеньца сын Карадина. На ком? Сейчас скажу. Объявление о помолвке Каролин. На леди Бартон Мордель, единственная дочь покойного лорда Мордель. А не та ли это блондиночка, что была здесь на охоте с Карадинами? Возможно, во всяком случае, для нее это очень выгодный брак. О, это уже немного приятнее, чем обычно. Я решила добавить туда немного апельсинового аромата. Вы такая внимательная, мадам Болтон. Постоянно балуете меня. Почему вы сидите взаперти? Прогулка вам не повредит. Сегодня неважно выглядите. Не желаете ли пройтись к Клиффорду? Нет, спасибо, мне здесь неплохо. Хотите подышать чем-нибудь другим вместо этого запаха серы? Для меня это кислород. Лучше пройдите сами, за меня не беспокойтесь.
Добрый день, миледи. Чем это вы занимаетесь? Собираю муравьиные яйца. А зачем? Чтобы кормить птенцов-фазанов. Хотите взглянуть? Если можно. Просто сердце сжимается, когда видишь, как расправляются с лесом. У меня тоже, но так нужно. Нужно для чего? Чтобы получить больше денег?
Какие у вас чудные руки. И у вас. Пойдемте. Я вас немножко провожу. Вы жалеете? Нет, нет. А вы? Жалеть об этом, но уж нет. Ну, обо всем остальном. О чем остальном? И все же вы огорчены. В каком-то смысле, да. Мне казалось, что для меня все это кончено, и вот опять начинается. Начинается что? Жизнь. Ничто не в силах остановить ее. Если я не живу, значит, меня уже нет. Вы теперь меня ненавидите? Нет, мне не за что вас ненавидеть. Если бы не люди кругом. К сожалению, я не могу пойти с вами дальше. Счастливо. Вы хотите, чтобы я пришла еще? Конечно. Но это вам решать. У графини Гроссман в субботу в Лондоне родился сын. Леди Маргарет Кроули счастливо разрешилась от бремени. Вас это не интересует, я вижу. Напротив, Клиффорд, я вас внимательно слушаю. Опять время принимать лекарства. Извините, я вас оставлю, мне надо отдохнуть. Вы плохо себя чувствуете, леди Чаттерли? Нет-нет, просто чуть-чуть утомилась, ничего страшного. Похоже, вам удастся меня вылечить, миссис Болтон. Я была бы просто счастлива, господин Клиффорд. У меня болит голова, пойду выйду на воздух. О нас не начнут болтать, если вы будете приходить каждый вечер. Но кто же об этом знает? Скоро узнают. Почему? Да всегда узнают. И что тогда будет? Вы думали об этом? Ведь я работаю у вашего мужа. Ну что ж поделаешь? Если не хотите, лучше не приходите. Но я хочу. Подумайте, что вы будете делать, если об этом узнают во всей округе? Я уеду. Куда? Не знаю. Все равно куда. Да вы хоть представляете, где находится это ваше все равно куда? Вы леди,
А я всего лишь лесной сторож. Вы не хотите меня видеть? Я не хочу, чтобы все зашло слишком далеко. Надо что-то придумать. Значит, вы боитесь? Да, я боюсь. Я думал обо всем. Я и вправду боюсь. Событий, людей. А мне никакого дела нет до того, что люди станут думать. Вы так говорите, потому что у вас в голове сейчас только то, зачем вы пришли в эту сторожку. Будь что будет. Пойдемте. То на тебе ничего нет. То на тебе только платье. Что это ты придумала? Это чтобы ты наконец стал говорить мне «ты». Ты же не хочешь, чтобы только мои руки наслаждались встречей с тобой? Иди ко мне. Замерзла? Нет. Надо идти. Да что с тобой? Я не могу вас любить. Не можешь? Ну так не думай об этом. Хочу, но не могу. Как ужасно. Милая моя, ты такая же юная, какой была в девичестве. Так бывает, когда любят. Не надо этого бояться. Жизнь мужчины и женщины — это вереница дней, сменяющих друг друга. Вообще говоря, богатым этого не понять. Надо верить, что на смену сегодняшнему дню придет завтрашний. И что может быть, как раз завтра мы еще глубже познаем любовь. Я в это верю. Но я не могу вас любить, это так ужасно. Не думай об этом. Когда ты начинаешь все обдумывать, ты противоречишь всему, что предназначено в тебе для любви. Наши руки уже так хорошо знают друг друга. Не мешай. Ты сегодня для меня стала опять незнакомкой, когда я сказал тебе «ты». Думаешь, я ничего не заметил? Ведь едва мои руки коснулись тебя, как в мыслях ты уже опять перенеслась в свой замок. Подожди. Как ты хорошо пахнешь. Как бы я хотел, чтобы ты снова пришла ко мне. Уже поздно, мне надо идти. Еще только половина восьмого. Нет, нет, мне надо поторопиться. Бонсуар, мадам. Доброй ночи, миледи. Почему ты так сказал? Да так. До свидания. А я уж думала, вы заблудились.
Мне стоило беспокоиться. Да и колокол еще не звонил. Велите подать ужин на четверть часа позже. Констанция, мы вас заждались. Распорядитесь, пожалуйста, насчет чая. Неужели миссис Болтон не могла этого сделать? Но миссис Болтон вовсе не обязана выполнять роль хозяйки дома. Но и мир не рухнет от того, что я один раз не распоряжусь подать чай. Да что ты такое говоришь, Констанция? Извини, дорогой. Я сама не знаю, что это я так сорвалась. Я просто не заметила, как оказалась слишком далеко от дома. Уедем в Венецию. Что за странные причуды? Вы же с Хильдой едете туда через месяц. Нет, нет, это так не скоро. Поедем сейчас. Поедем вдвоем? Какая нелепость. Моя дорогая Констанция, вы в таком состоянии, потому что не можете найти для себя занятия. Нет, вы не понимаете. Позвольте же мне договорить. Да вы сами посудите, ведь за последние 2 недели вы только и делаете, что разъезжаете верхом по окрестностям, и все. Вы же даже перестали, как прежде, гулять по лесу. Нужно найти для себя дело. Я понимаю, что шахта вас абсолютно не интересует. Пожалуйста, Клиффорд. Что? Клиффорд. Да, в чем дело? Нет, ни в чем. Пожалуй, чаем займусь я. Констанция стала такой раздражительной в последнее время. Ну, не стоит придираться, будь снисходительной. Я и не придираюсь, но всему же есть предел. Констанция ведь должна понимать, что хорошее воспитание заключается прежде всего в том, чтобы не омрачать жизнь окружающим. Даже если есть какие-то причины. Я тоже мог бы их отыскать. А я, миледи, похоронила мужа 12 лет назад. Как же вы жили все это время? А вот так. Жила для других. И никогда не пытались найти себе мужа? Нет, для меня это было бессмысленно. Таких людей, как мой муж, просто больше нет. Он погиб на шахте. В этих местах они все у нас гибнут на шахте. От взрывов газа, от болезней, которые мучают их годами. Вы были счастливы вместе, как мужчина и женщина, которые созданы друг для друга, верные друг другу, как волк с волчицей и с детенышем посередке. Только ведь дети подрастают и уходят от нас. А муж и жена... Какой же это должно быть был страшный удар для вас? Когда это случилось, я твердила, как безумная, любимый мой. Зачем же ты оставил меня? Я просыпалась, не могла понять, почему его нет со мной рядом в постели. Прошли годы, прежде чем я поняла, что он не придет обратно. Что никогда мне уже не ощутить тепло его тела. Тепло его рук. Тепло его тела. Да, его тепло.
И если там наверху есть небеса, то я встречу его там, когда умру, и он ляжет рядом со мной, чтобы мне спалось спокойно. Удивительно, до чего прекрасно. И вы правда считаете, что это тепло можно ощущать так долго? О, миледи, да что же еще может длиться дольше? По-моему, это место не надо было трогать. Я говорю, здесь не должны были вырубать. Мне приказали. Здесь чудесно. Жаль, что вырубают. Конечно, лес замечательный. Мне это больше понятно, чем вам. Я же здесь живу с самого детства, я вскормлен этим лесом. Это мой лес. Уж я побегал здесь вдосталь до того, как мне суждено было стать вот этой развалиной. Но эта развалина еще способна принимать решения, даже сидя в инвалидной коляске. Мы вырубим все. И молодой лес, который поднимется и зашумит вокруг новой скважины, будет еще прекраснее. И все только из-за денег. Вы же знаете, что в них сила. Зачем вам эта сила, когда вы в этой коляске? Мне первый раз в жизни стыдно перед вами, Констанция. Дайте мне побыть одному, прошу вас. Я поеду один. Кто там? Майерс? Пойдите сюда. Что вы уставились? Не видите, что ли, что мне нужно помочь? Да пошевеливайтесь, Мэллерс, когда вас зовут. Да как вы смеете? Что такое? Я что, уже не могу приказать своему слуге поторопиться? Я же ему плачу 30 фунтов в месяц и даю квартиру. Что ж, за эти деньги можно так обращаться с человеком? За эти деньги мог бы и не обижаться. Я так считаю. Вытащите-ка меня отсюда, Мэллерс. Кажется, мотор сломался. Попробуйте подтолкнуть. Не смешите, Констанция. Мэллерс отлично справляется один. Да правда же, говорю вам, смешно на вас смотреть. Ты сказал, что хотела бы, чтобы я пришла к тебе. Вот я и пришла. Я могу остаться до утра, пока он не проснется. Вы пришли. Ты же сказал, будь что будет. Да, действительно. Ты только ужинаешь? Да,
Я всегда на ночь делаю обход и только потом сажусь ужинать. Хотите чаю? Хочу. Только я сама его приготовлю. Можно я уберу твою тарелку? Конечно. Чай на полке над камином, сахар в шкафу. Ты ходишь по комнате, и у меня такое чувство, что мы с тобой женаты много лет. Прошло только 3 недели с того дня, как ты меня встретила, и тебе хотелось залепить мне пощечину. И вот ты оставила свой замок и пришла сюда. Я шла одна через лес. Ты такая храбрая. Тебе, наверное, чудно мне прислуживать. Ничего подобного, совершенно естественно. Для меня тоже. Это вы? Да. Эта фотография была сделана незадолго до свадьбы. Мне там 21 год. Тебе нравится? Что? Фотография. Нет. Мне и сниматься-то не хотелось. А ей непременно хотелось иметь портрет. Да еще увеличить его. Зачем же ты ее хранишь? Сам не знаю. Я на нее и не смотрю. А почему ты ее не сожжешь? Да, действительно. Смотри, каким я был. Молодой священник. Она была потаскушкой. Девственник и потаскуха. Не надо такие вещи хранить. Не надо делать такие вещи. Вы любили свою жену? Любил. А вы любите сэра Клиффорда? Но вы были к ней привязаны. Да какая там привязанность? Меня тошнит от одной мысли о ней. А чего же тогда не развелись? Да я терпеть не могу все эти суды. Но она же может сюда вернуться. Ни за что. Почему же вы женились на ней, раз она была недостойна вас? Миссис Болтон мне как-то сказала, что она совершенно не понимает причину вашего брака. Я был молодой. Только что впервые познакомился с женщиной и потерпел неудачу. Она была дочкой учителя. Строила из себя такую недотрогу. Она считала, что любовь — это что-то низкое, понимаешь? Есть такие женщины, которые мечтают о заоблачной любви. И тут появилась Берта. И я переменился. Даже огня на это жалко. Почему же вы были с ней? Да как тут объяснить? Есть два рода женщин. Одни стремятся завладеть мужчиной и выходят замуж с таким чувством, что приобретают электроплиту или пылесос. Они вообще не задумываются о желаниях плоти. Смиренно отдают себя, как будто несут повинности. Все. Они всегда зажаты и бесчувственны, как бревна. Другие же хотят все знать и все испытать. Все ласки, все ощущения. Для этих нужен только инструмент, не больше. Им нужен не мужчина, а инструмент для извлечения наслаждения. И что же между тех и других нет настоящих женщин, способных просто жить с мужчиной одной жизнью? Может быть. Хотя бы одна женщина, которая могла бы понять, что мужчина и женщина, соединяющиеся в порыве любви, по взаимному велению их сердец, это все, что ни на есть самое честное и самое прекрасное на земле. И обязательно взаимное влечение сердец. Да, только пока я не встречу такую женщину, у меня нет в них веры. Во что же вы вообще верите? Не знаю. Значит, ни во что, как и все те мужчины, которых я знала. Я не верю ни во что, потому что вы ни во что не верите. Вам всем подавай либо любовные похождения, либо дешевые романы. Вы ничего не хотите дать настоящего, ничего своего, никогда. Мне кажется, вам лучше уйти.
Но я теперь не могу вернуться раньше утра. В таком случае ступайте спать наверх, а я лягу здесь. Лучше уйти мне. Но что же произошло между нами? Милая моя, никогда не будем ссориться, никогда не станем расставаться. У нас с тобой никого больше нет в целом мире, только ты и я. Мне раньше казалось, что я могу умереть от стыда. А теперь стыд во мне умер. Ты спал, а я смотрела на тебя, так похожего на спящего дикого зверя из леса моих сновидений. Ты был бы рад, если бы я родила от тебя ребенка. Волк, волчица и волчонок. Это был бы самый чудесный ребенок. Я скоро приду к тебе и останусь с тобой навсегда. Чего бы это ни стоило. Думаешь, тебе позволят? Я сама решаю за себя. Ты посмотри на часы, Золушка. Уже утро, миссис Болтон? Да, сэр Клиффорд, уже рассвело. Ваш ход, сэр Клиффорд. Ах, да. Я хотела сообщить по телефону, но я решила ехать в Венецию раньше. Мы вас никак не ждали, миссис Хильда. Пойду доложу хозяину. У вас тут без конца дожди. Принесите мне только маленький чемодан, завтра утром я уезжаю. Слушаюсь, миледи. Если бы не ты, я бы еще побегала. Ты была просто восхитительна. Так смеялась. Я всю жизнь мечтала побегать голой под дождем. Но не могла себе этого позволить. Это же был верх мне приличия, ужасно стыдно. Ну а сегодня вечером что же? Сегодня я счастлива. Потому что ты научил меня не стыдиться. И я ощущаю себя такой счастливой. И сильной. И прекрасно. Это не я тебя научил, а ты сама поняла, что твое тело осталось таким же, как в юности, таким же невинным. Тебя приучили не вспоминать о нем, но оно, как и прежде, осталось твоим верным другом. Твой живот. Помнишь, как ты смутилась, когда я впервые сказал о нем? Но ведь точно так же и цветы имеют свое название. Ирис, например. Так и все другие цветы, что создал Господь Бог. Он тоже смиренно ждет опыления,
такой же чистый и невинный, как и другие. Давно уже все в мире так переплелось и перепуталось, что никто не может сказать, что грех, а что радость. Но это неправильно. Радость нежная и сильная, а когда она нежная, она чистая. Ты тоже такой сильный и нежный. И поэтому я тебя так люблю. И что же я стану без тебя завтра утром делать? Ну, сядешь, например, за вязание, и будешь думать о том, что твой Меллер сейчас на ярмарке покупает зерно. Да, а где она может быть? Я не пойму, что вы так разволновались, Клиффорд. Она где-нибудь пережидала дождь в укрытии. Миссис Болтон может пойти ей навстречу. Я беспокоюсь, потому что вижу, что Констанция какая-то сама не своя в последнее время. И я даже очень рад, что вы надумали ехать в Венецию раньше, чем предполагали. Я у вас переночую, и мы выйдем не позже завтрашнего утра. На этот раз я с вами полностью согласен. Ей нужно отдохнуть. Как хорошо, господин Меллер, что вы проводили миледи. Мы уже начали волноваться, думали, не случилось ли что-нибудь. До свидания. До свидания. Да вы хоть имеете представление, который теперь час? Хильда. Откуда вы пришли? Где вы были? Я была попала под дождь, но потом разыскала сторожку лесника и спряталась в ней. Я сумела даже развести огонь. Вот уж никак не ожидала тебя увидеть. Как ты отлично выглядишь. Почему ты нас не предупредила? Но, Констанция, отчего это ваше платье совсем сухое, а волосы мокрые? От того, что я бегала голая под дождем. Голая под дождем? Хильда, смотрите сами, она действительно не в своем уме. Да нет же, со мной все в порядке. Я высушилась и вытерлась полотенцем. Полотенце? Чьим полотенцем? Лесника? А где он был в это время? Кто? Лесник. Не знаю, его там не было. А что, если бы он вернулся, пока вы там сушились? Да он бы умер от страха и убежал без оглядки. У нее готовы ответы на все вопросы, Клиффорд. Вам придется отступить. Я решила ехать в Венецию сейчас. У тебя только один день на сборы. Но ты же говорила в конце месяца. А что, вы по какой-то причине не можете ехать завтра? Нет, у меня нет причин. Ну вот, зовут к обеду. А вы, Констанция, еще не переодеты. Да-да. Нет, Хильда, я с тобой не поеду. Жаль, конечно, что не увижу Венецию. Но почему? У меня есть любовник. Ты, наверное, уже догадался об этом. Тогда обязательно надо ехать. Любовников полезно время от времени покидать. Это не тот мужчина, которому нужно что-то доказывать. Нет, дорогая, я не поеду, потому что я с ним вообще не говорила об этой поездке. Но так завтра поговоришь. Его завтра не будет. Он поедет на ярмарку. На ярмарку? Да, покупать зерно. Мой любовник – лесник. Лесник? Ну да, лесник. Ко всему прочему, он работает у моего мужа. Пикантная ситуация, да? Прямо как в романе. Ты впрямь сошла с ума? Но почему же? Ты же первый советовал мне изменить Клиффорду. Я тебе советовала завести любовника, а не лесника. Это я от тебя никак не ожидала. Знаешь, я тоже. Давайте возвращаться, миссис Болтон. У меня стынут ноги. Здесь налево. Значит, за сутки ты так и не смогла все решить? Мне нужно поговорить с ним. Ты просила меня подождать, а сама даже не знаешь, вернулся он или нет. Не сердись, пожалуйста. Здесь налево, а потом второй поворот на въезде в лес.
Ты не одна? Это моя сестра. Я тебе сейчас все объясню. Это моя сестра. Познакомьтесь. Ты не пойдешь с нами? Нет, не беспокойся. Я буду ждать тебя завтра в 6 часов утра на перекрестке. Я тебе сейчас все объясню. Так ты не останешься? По-моему, в этом нет никакой необходимости. Вы действительно верите в то, что эта игра стоит свеч? Какая игра? Каких свеч? Похождение с моей сестрой. Так спросите у нее самой. Не цепляйся, Хильда. Я и не собираюсь цепляться. Но в жизни надо стремиться к какой-то последовательности. Нельзя же все время делать глупости. Какую последовательность вы имеете в виду? Я что-то не пойму. Вы, как мне известно, от вашей сестры в данный момент разводитесь с мужем. Это и есть последовательность в вашей собственной жизни? Как вы смеете говорить со мной в таком тоне? А как вы смеете приставать к другим с вашими собственными понятиями о жизни? Неужели вы думаете, что вы мне как-нибудь интересны? А как же, так или иначе, вы почти что моя своячница. Ну да, это еще далеко, смею вас заверить. Так я завтра ждать не буду. И без того зря задержались. Но зачем ты с ней так грубо? Всыпать бы ей как следует. Зачем ты приехала с ней? Потому что завтра мы с ней вместе уезжаем. Она переночует в гостинице в Мансфилде, а утром мы отправимся в путь. Куда вы едете? Далеко. В Италию. Надолго? На месяц. Посмотри на меня. Ты знала об этой поездке до вчерашнего дня? Нет. Почему ты так быстро согласилась уехать так далеко и так надолго? Да я никуда не поеду, если хочешь. Я не хочу, чтобы ты отказалась от поездки. И прошу только объяснить, почему ты так вдруг решила уехать. Мой дорогой, я сейчас тебе все расскажу. Это путешествие было задумано очень давно, еще до того, как мы... Потом я поняла, что не смогу уехать. Но сестра вдруг без предупреждения приехала вчера. Я сказала ей, что не поеду, но она... Но она узнала, кто я такой, и стала убеждать тебя уехать, чтобы вдалеке все взвесить и обо всем подумать. Она ведь точно так сказала, правда? Да. Она сказала также, что если ты откажешься ехать, то твой муж может что-то заподозрить. В твоем положении лучше не вызывать у мужа никаких подозрений. Да, и мне будет полезно показать, что ты можешь обходиться без меня. Не отпускай меня, любимый мой. Я тебе говорил, они сделали все, чтобы нас разлучить. Нам трудно будет выстоять. Все, что есть между нами, честно и прекрасно. И горько в то же время. Никто не может этого понять. Думает, что так легкое увлечение, что ты такая, как все. Вы не понимаете, вы не можете понять. Дело не только в этом, есть еще причина. Что за причина? Мой муж хочет, чтобы я уехала. Он хочет, чтобы я отправилась в Венецию. Чтобы познакомилась там с каким-нибудь мужчиной, завязала с ним любовный роман и вернулась домой с ребенком в чреве. Ему нужен наследник его владений в Рагби. Но я хочу иметь сына от тебя. Только от тебя. Какая низость. Уж не затем вы ко мне и приходили, чтобы я произвел нового хозяина для этой проклятой шахты. Как ты можешь так говорить? Ладно, в общем, все ясно. У нас с тобой вышла самая банальная история, какие 100 раз случались везде и всюду. Герои вдвое, он и она. С той разницей только, что она живет в замке, а он в лесной сторожке. Она богатая и надушенная, а он провонявший потом. Не злись. Не злись, прошу тебя. Ты делаешь мне больно. Ну, а дальше? Ну, а дальше так, что если бы в этой любви появился вдруг случайный плод, то это не беда. Оказывается, господину Клиффорду как раз очень нужен был ребенок. Только ведь я-то любил так, как способен настоящий мужчина любить настоящую женщину. В радостях и бедах, как говорит наш священник. Чтобы разделить с нею не только постельную пищу и все житейские заботы. Женщину, которую я мог бы прижать к своей груди, возвращаясь домой. Ты представить не можешь, сколько бы я за это отдал. Во всяком случае, больше, чем замок твоего мужа. Потому что на самом деле богаче всех я. Ну все. Иди к своей сестре прямо сейчас. И желаю приятного отдыха в Венеции, миледи.
Я не поеду. Зачем мне эта поездка? Это безумие. Не поеду. Я хочу, чтобы ты уехала. Я тебя прогоняю. Я ей сказал, вон она, смотри, правильно говорил я тебе? Ну и говорил, только я и сам до тебя еще ее видел. Заткнитесь вы, что бы все видел да видел, вы точно знаете, что она от него шла? Откуда же еще? От Мэйлорса, конечно. Ты на дороге, что ли, ее видел? А то. Я сразу понял, откуда она бежит, сама не своя, на своих высоких каблуках и под дождем. Ну что, слышишь, Берта, что они про твоего рассказывают? Ты что, думала, его больше никто не интересует, что он святой? Да плевать, все они одним миром мазаны, я и думать про него забыла. Гляди, какую он тебе замену нашел. Никого, попала, настоящая леди. А это Мэйлорс, спит с ней, все дела. Нехорошо так поступать по отношению к инвалиду. Это ты про Клиффорда? А чего его жалеть? Он жалеет рабочих, но ведь его покалечили на войне. Что с того? Ну, покалечил, так ведь жив остался. А он из-за денег готов удавиться. А ты куда глядишь? Тебя это не касается. Никого не слушай, все болтовня. Я за себя постою. Какого черта? Какого черта ты здесь развалилась? А ну потише, парень. Вот куда, значит, захаживает леди Чаттерли, пора залечься. Замолчи сейчас же. Ой, как страшно. Что это ты мне рот затыкаешь? Что, неправда скажешь? Вот и книжечка ее тут лежит, подписанная Констанция Чаттерли. Так вот вы, значит, чем в постели занимаетесь, книжки почитываете? Кретин. Я к тебе, можно сказать, зашла с благородными намерениями. Интересно было попробовать, какой ты стал с тех пор, как спишь, настоящая леди. Прикуси язык. Не трогай меня. Я всем разнесу эту новость. Ты у меня узнаешь. Прикуси язык, я тебе сказал. А не то ты сильно пожалеешь, Берта. Ты сам себя пожалей. А меня нечего пугать. Это я могу тебя так припугнуть, что ты мне денежки заплатишь. Только чтобы я молчала. Ты ж чего захотел? Пошла вон. Скотина, ну погоди у меня. Ты мне за все заплатишь. Ты у меня попляшешь. Ну и ну. Что это с тобой? Он меня побил, скотина. Вот, разорвал мне кофту и выгнал. Зачем ты только это затеяла? Что тебе с этого? Ну, конечно, он тоже надеется, что я все так оставлю. Но я ему покажу. Вся деревня знать будет. Что деревня до этого? Надо, чтобы муж узнал. Как это? Ну, например, послать ему письмо без подписи. Я напишу и покажу тебе. У меня получится. Я такие делишки обожаю. Да хватит тебе. Не злись. Видишь, это я. Я опять с тобой. Вижу. Ты хоть понимаешь, что тебе со мной хорошо, потому что у тебя есть все, о чем мечтает любая баба? Что тебе ничего больше не нужно? Да. А чего ты тогда так смотришь, черт возьми? Чего ты еще хочешь? Чего? Не знаю. Ах ты дрянь! Дурить вздумала? Говори, чего еще тебе надо? Знаешь что, вряд ли ты вообще это сможешь понять. Любви? Так я и думал. Любви? Ты что, с ума сошел? Понимаешь, я всегда думала только о теле, когда была с мужчинами. Но говорят, нужно слушать сердце.
Кто говорит? Да хотя бы Мэллерс. Да заткнись ты со своим Мэллерсом. Так будем писать письмо? Сеньора, вас дожидается господин барон. Какой барон? Барон Вунтер. Я не очень разобрал его фамилию, сеньора. Спасибо, сейчас увидим. Ах, это вы, Лесли. Какая неожиданность. Здравствуйте. Добрый день. А слуга перепутал вашу фамилию? Когда вы приехали? Только что. Надеюсь, вы побудете с нами хоть недолго. Вы увидите, как здесь чудно. Да? А где Констанция? Констанция? Не знаю. Должно быть, где-нибудь прогуливается. Вообще-то говоря, я что-то не очень понимаю сестру. Здесь всем так весело, все развлекаются. А она все время бродит одна. Бродит по городу с неприкаянным видом. Понятно. К сожалению, моя дорогая Хильда, я привез вам дурные вести. Мне нужно очень серьезно поговорить с вами и с Констанцией. Мэллерс, знаете ли вы о том, что стали причиной скандала во всей округе? Мне никто об этом прямо не говорил. Вы первый, сэр. Говорят, что к вам ходят женщины. А это касается только меня. Ошибаетесь, потому что вы здесь превзошли самого себя. Среди ваших грязных похождений упоминается имя леди Чаттерли. Кстати, распространяет такие слухи никто иной, как ваша собственная жена. Я никому не собираюсь затыкать рот. Ни жене, ни всем этим местным сплетницам. Мэллерс, вам не трудно будет найти другое место работы? Ничего проще. Отлично. Я выплачу вам компенсацию в сумме 3-месячного жалования. Не стоит беспокоиться. Я не нуждаюсь. У меня есть причина не брать от вас ничего. Вы отличаетесь жутким упрямством, Мэллерс. Но, на мой взгляд, в ваших интересах уехать отсюда как можно быстрее. Крестный, какая приятная неожиданность. Вообще-то, скорее, неприятная. Лесли приехал из Рагби специально из-за тебя. С Клиффордом что-то? Да с Клиффордом все в порядке, не беспокойся. Тогда что же? Так прямо и не скажешь. Лесли, попробуй объяснить. Ну так вот, милое мое дитя, ты сама знаешь, что я не люблю ходить вокруг да около. Я только запутываюсь сам и возвращаюсь к тому, с чего начал. Поэтому я буду говорить напрямую. Так вот, у нас там ходят слухи, что ты завела себе любовника, лесника. И распространяет эти слухи жена того самого лесника. Некая особа по имени, кажется, Берта. Она рассказывает всем, что вас видели вдвоем, что... Словом, несет Бог весь что. В общем, настоящий деревенский скандал. Он очень расстроился. Нет, ничуть. По-моему, он вообще не верит ни одного слова из всего этого. Он меня направил сюда просить тебя вернуться домой, чтобы как можно скорее прекратить все эти пересуды. Но я не в силах что-нибудь сделать, крестный. Вы не поймете. Ну, объясни же, сделай милость. Что тебя держит? У тебя что-то стряслось? Да. Может, можно все уладить? Нет. Но, может, ты мне объяснишь, Хильда, если твоя сестра не в состоянии говорить? У Констанции действительно есть любовник. Ну да, в общем, понятно. Да, но и что же вы мне прикажете делать с этим ее любовником? Ничего с ним не надо делать, милый крестный. Дело в том, что я жду от него ребенка. Правда, Констанция? Нужно об этом сказать Клиффорду. Но нет, Хильда. Об этом прежде всего я должна сказать отцу ребенка. Да ты в своем уме, Лесли... Любовник Констанции самого низкого происхождения. И это правда, что он лесник у Клиффорда. Да, крестный. И я его люблю. Сначала мне казалось, что это только физическая любовь. А теперь я понимаю, что подлинная близость с другим человеком — это единственная возможность для единения двух душ. По-другому просто не бывает. Единственный способ, наконец, порвать с одиночеством. И тот, кто не познал этого, ничего не знает. Ну что ж, малышка, я как раз из тех, кто никогда ничего не понимал. Извини, если я буду слишком резок, но я все же скажу, что я извлек для себя из всей этой путанной жизни. Скандал — это всегда скандал. И горе тебе, если он возник из-за тебя, верно? Это почти по Библии. Это старо как мир. И справедливо. Знаешь, что надо сделать тебе, малышка? Ты должна немедленно вернуться домой и заставить замолчать этих мерзких деревенских сплетников. А поэтому ты никогда больше не должна встречаться с этим мужчиной. Никогда.
Вы куда? В замок. Здесь проезд запрещен, нужно разрешение. Да вы что, вы не узнаете леди Чаттерли? Простите, миледи, я не знал. Я только что принят на службу. А где прежний лесник? Он должен был уехать сегодня утром, насколько я знаю. Спасибо. Надо поставить на стол цветы. Я хочу, чтобы все выглядело по-праздничному. Констанция! Констанция! Сумасшедшая! Садитесь, я сама поговорю с Клиффордом. А где Констанция? Добрый день, Клиффорд. Где Констанция? Она сейчас придет. Как это придет? Она решила немножко пройти здесь, неподалеку. Ей хотелось, чтобы я сначала побеседовала с вами. Понимаете, ей не совсем удобно. Что именно? Видите ли, возможно, что вы найдете ее чересчур нервной. Но вы должны понять, что в ее положении это так естественно. Она вот-вот придет. Незачем было сюда приходить. Если попрощаться, так не стоило утруждаться. Оливер, ты уезжаешь? Как видишь. Зачем ты это сделал? Моему новому хозяину собаки не нужны. Чем бросать, лучше убить. Каждый любит, как умеет. Куда ты едешь? Неважно, вас это не касается. Поезд отходит в полдень. Теперь, если миледи будет угодно, она может обращаться к новому леснику. Ему 25 лет, и он полон сил. Я думаю, миледи будет довольна. У меня будет от тебя ребенок. Поздравляю. Это подарок, от которого сэр Клиффорд придет в восторг, ведь он так этого хотел. Тем более, что в его владении все живое является его собственностью, так? Детеныши зайцев, фазанов и дети Меллорса. Таков закон. Что мне делать, чтобы ты мне поверил? Неужели вы еще ничего не поняли? Но я же предлагала бросить все и уехать вдвоем, а ты меня прогнал. Тогда я уехала в Венецию, чтобы никто не видел, как я рыдаю у твоей двери. Я вернулась, чтобы сказать тебе, что жду ребенка. И готова следовать за тобой куда угодно. Стоит вам только войти в замок, как все будет кончено, леди Чаттерли. Я должна, Оливер.
Я люблю тебя. Но у меня есть долг перед мужем, и я должна с ним объясниться. Было бы трусостью оставить его в неведении. Ведь ты сам меня учил, что надо бороться с собственной трусостью. А ты сумеешь забыть о своей гордыне? Отлично. Поставьте здесь. Слушай, сэр. Я затянул с ответом, Констанция. Ну вот он теперь перед вами. Мой ответ — это колыбель, в которой я спал младенцем. И мой отец, и дед, как только появились на свет. Она не очень удобная, но прочная. Кружева нужно обновить. Вот и все. Мой сын не будет спать в ней, Клиффорд. Я люблю отца моего ребенка и прошу вас дать развод. А я хочу, чтобы этот ребенок остался при мне. У вас к этому человеку возникло некоторое чувство, но оно быстро пройдет. А мой титул, который я передам по наследству ребенку, останется навсегда. Нет, Клиффорд. Я хочу, чтобы сын и отец были вместе. И прошу вас не препятствовать этому. Не могу. И вы знаете почему. Клиффорд, когда вы вернулись домой с вами в этой инвалидной коляске, я положила вам руку на плечо. Я старалась улыбаться. Я хотела, чтобы вы почувствовали, что вы не один. Чтобы в вашей душе был покой. Сегодня больно моей израненной душе. Она нуждается в покое. Дайте мне его. Но я не могу это сделать. Ну что ж, тогда придется мне кое-что вам сказать. Отец моего ребенка Оливер Меллерс. Так значит, все это правда? Все, что говорила эта мерзкая женщина, правда? Да, это правда. Меллерс, этот бродяга, этот... Так вот, значит, кого вы предпочли. А я-то вам доверял. Вот уж поистине нет предела низости женщины. И вы одна из тех, кто любит грязь, любит валяться в грязи. Пусть моя грязь останется со мной, но верните меня мне самой, прошу вас. Нет. Все, что вы собой представляете, это похоть, грязь и хаос. И все вы, женщины, таковы, но мой разум, слава богу, остался незамутнен. Ведь это я хотел ребенка. Я решил, как его завести. Я сам настоял на его появлении, и я вправе сказать, что он мой. И что бы вы теперь ни делали, он принадлежит мне. И я его воспитаю, как сочту нужным. Я научу его повиноваться мне во всем. Я вытравлю в нем все, что он унаследует от вас и от другой половины. Я уже говорил вам, что человек — это продукт воспитания. И пусть на это понадобится 20 лет, я их не пожалею. Независимо от вас, независимо от него, независимо от всего мира, я сделаю из него настоящего Чаттерли. Нет, Клиффорд, вам это не удастся. Миссис Болтон! Что случилось, сэр Клиффорд? У нас изменились планы. Леди Чаттерли не будет сегодня обедать вместе с нами. Я сделала то, что должна была сделать. Теперь решаешь ты. Моя жена.